нет, 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 зона, не надо, нет, она меня разделила. Во, кушаем, 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 отлично, ребята. И мы, ничего себе, какие мы большие стали, ребята. Всем привет, ребят, с вами Слит, и сегодня мы будем играть с вами в игру Агарио. Да, эта игра очень старая, но произошло одно очень важное событие. Эта игрушка обновилась, и здесь появился новый, очень крутой режим, который называется Battle Royale. Королевская битва, прямо как в Fortnite. Если ты сейчас поставишь лайк, то ты услышишь очень странный звук. Давай вместе поставим его. Раз, два, три. Вау, ты это слышал? И вот эти ребята попали сегодня в видео. Если ты тоже хочешь попасть в видео, тебе нужно писать очень много комментариев. И давайте уже зайдем. Я думаю, что мы обязаны с вами победить в этом режиме. Вот мы появились в комнате ожидания. Сейчас мы ждем игроков. Мне очень хочется победить, конечно же, встать на первое место, но мне кажется, это будет очень сложно, потому что в игре Агарио очень много опытных игроков, которые знают, как правильно делиться, как правильно выращивать свою клеточку. Но я постараюсь. Давайте так, если я займу топ-1, то вы мне напишите то, что я про, хэштег про будем писать. А если я не возьму топ-1, то пишем хэштег нуб. Вот, так что это будет моя мотивация. Надеюсь, что вы мне не будете писать хэштег нуб все-таки. Я же профессионал, вы же все знаете, что я профессионал. Ого, я вошел в кого-то. Смотрите, это очень странно. Я думаю, что все знают, что этот режим произошел от игры Fortnite. Вот, там у нас 100 игроков заходят на поле, вылетают, собирают оружие, и в итоге побежает только один человек на острове. Вот, а здесь у нас, скорее всего, не 100 человек будет, здесь у нас чуть-чуть поменьше. Мне кажется, что 100 человек это слишком много для такой игры. Я думаю, что здесь примерно, ну, человек 20-30 может быть. Пока что 19, видите, набрано. Да, видите, 20 человек всего лишь. Все, 2 секунды, и мы заходим, ребята. И потихонечку будем выращивать нашу клеточку. Точнее, не потихонечку, а нужно очень быстро, потому что здесь есть другие игроки, которые тоже все делают так же быстро. Я думаю, что мы сейчас будем делиться вот так вот постоянно и побыстрее собирать все клеточки на карте. Вот, таким образом мы очень быстро будем собирать. Я не знаю, какая здесь еще есть тактика, но мне кажется, что моя тактика самая лучшая. Уже 19 человек, уже кого-то убили, ничего себе. Так, и мы видим то, что на карте появилась зеленая область. И через минуту 35 нам нужно там в ней находиться, иначе мы помрем за зоной. Вот, в этом смысл игры. Так что посмотрим, надеюсь, что я все-таки выживу. Это будет сложно. Опачки, смотрите, там уже какой-то враг, я вижу его. Главное, что он меня не видит, потому что, видите, у меня очень много шариков, и поэтому у меня очень большой обзор. Хотя нет, смотрите-ка, он идет за мной. Давайте-ка мы больше не будем делиться, перестанем уже делиться. Я думаю, что это не так безопасно будет сейчас. Вот, все. Вот, он уже идет за мной. Нет, нет, не поедай меня. Блин, он скушал мои клеточки. Гаденыш какой, а? Думаю, что мы с вами уже проиграем, потому что мне кажется, что мы с вами развиваемся не так быстро, как другие игроки. Все равно есть шанс, есть шанс. Вдруг настанет момент, когда большая клеточка разделится, и мы резко пойдем на нее и скушаем ее. Так, вот у нас, кстати, есть эти... Как они называются? Диспенсеры или что это такое? Короче, клетка, которая, видите, выплевывает опыт постоянно. Это не клетка, конечно, это колючка какая-то. Вот, есть зеленая колючка, которая нас будет разрушать. Вот, а есть вот такая вот клеточка. Их вроде можно кушать, но не сейчас. Их можно кушать тогда, когда мы разделимся полностью с вами на много-много клеточек. Максимальное количество клеточек. Срочно уходим в безопасную зону и потихонечку собираем наш опыт. Уже 12 человек осталось, уже минус 8 человек сразу скушали. Так, ничего себе, как много здесь опыта, ребята. Но не думаю, что он меня спасет, конечно. Хотя, может быть, спасет. Вау, может быть, мы сможем скушать этого чувачка. Так, ладненько, он испугался меня. Хорошо, хорошо. Давайте будем просто ждать. О-о-о, какие же... Стой, стой, стой. Нет, он скушал ту клеточку. Блин, нет, нет, не кушай меня, чувак. Не кушай, нет. Хай-ухай. Ты что, Ивангай, что ли? Да нет, не Ивангай. Нет, и все, он, видите, ему помогли, так нечестно. Это было просто нечестно. О, мне тоже помогает, давайте затимимся с этим чувачком. Сейчас я ему дам свои клеточки. Так, спокойно, спокойно, спокойно. Давайте будем играть с этим чувачком вместе. Раз тут, видите, другие тимятся, значит и мы тоже будем тимиться. То есть это у нас получается такая немножко командная игра. О, нет, у нас зона уже идет, ребята. Зона уже идет, нужно вылетать, срочно вылетать в безопасную зону. Так, ну точнее это не зона, это у нас шторм идет. Шторм, я путаю постоянно. Так, справа видите какой-то смайлик у нас. Очень-очень опасный смайлик. Хорошо, мы пока что в безопасной зоне. Опа, нужно спасать этого чувака. Быстрее, спасаем, спасаем, спасаем. Отлично, мы спасли его.
И получается, что он неправильно разделился, и в итоге его скушали. Да уж, ребята, похоже, меня сейчас тоже скушают. Блин, я его пытался спасти, в итоге разделился и стал очень маленьким. Да, мне кажется, что мы уже не выживем. О, мы, кстати, нашли хорошее место. Видите, здесь колючки есть. Вот, и я думаю, что мы пока будем здесь находиться. Конечно, мы топ-1 уже не возьмем, скорее всего, потому что мы стали очень маленькие. И мне кажется, что просто это невозможно. Это просто нереально. О, привет, чувак, иди сюда. Маленькая клеточка тут ползает. Нам нужно срочно уходить. Нам нужно срочно уходить в зеленую зону. Нет, зона не надо, она меня разделила. Эта зона меня просто взяла и разделила. Давайте кушаем клеточки, осторожно. Нет, меня просто взяли и скушали. В итоге мы заняли вроде как 5-е место, вот, но не первое. Блин, как же сложно, эта игра очень сложная. Она сложнее, чем Fortnite, мне кажется. Фух, ну пока что, ребята, я нуб. Но не пишите, еще рано писать то, что я нуб. Мне кажется, мы должны с вами победить. Ну все, ребята, мы снова зашли и начинаем потихонечку выращивать свою клеточку. Мы должны стать королями Агарио. И главное сейчас особо не рисковать. Вот, и смотреть внимательно за другими шариками. Нас много клеточек, мы занимаем больше площади на поверхности, и поэтому мы будем собирать очень много опыта. И пока что все идет неплохо, то есть меня еще ни разу не скушали. Конечно, я пока что тоже ни разу никого не скушал. Давайте еще раз делиться. Чем больше мы будем делиться, тем больше клеточек мы будем собирать. В принципе, все логично. О, нет, осторожно. Из 20 человек осталось всего лишь 10. Это очень мало. Окей. Ну, я уже, ребят, вырастил такую большую армию. Хотя, видите, справа там тоже какие-то чувачки большие. Это опасно. Осталось сколько? 27 секунд осталось. Нужно потихонечку уже идти в безопасную зону. Ого, вот это да. Ничего себе. Там, смотрите, какая большая клетка. Давайте-ка мы попробуем ее догнать и атаковать, эту клеточку. У нас получится, интересно? Сейчас мы будем зажимать уже здесь. Ага, она начинает уже собираться, окей. Будем просто уходить тогда. Просто уходим отсюда. Надеюсь, что здесь не будет никто играть в команде, потому что это нечестно, это просто нечестно. Да, видите, уже все быстро развились. Так, у нас есть шанс, ребята, у нас есть огромный шанс скушать вот эти клеточки. Так, они, видимо, в команде, да, играют? Да, видите, снова в команде все играют, пытаются. Ай-яй, так нечестно, конечно. О, давайте скушаем сову. Иди сюда, сова. Иди сюда, сова. Нет, не собирайся только, не собирайся. И нельзя собираться, особенно тебе, сова. Только попробуй собраться, вот. Если она сейчас соберется, то мне конец. Мне конец, ребят, сейчас будет, если она соберется. Нет, все, она собирается, уходим. Все, я пошутил, не надо меня бить. Нет, не собирайся, только сова. Вот видите, они просто все берут и в команде играют. Так же нечестно, так же совсем нечестно, все. Давайте кушаем эту клеточку и уходим просто в другое место. Да, осталось 6 человек. Я думаю, что мы снова сейчас проиграем. Осталось 20 секунд, чтобы добраться до безопасной зоны. Но там очень много врагов сейчас. Ну, давайте посмотрим. У меня же нет команды. У меня совсем нет команды. Я так понял, здесь побеждает тот, кто ищет себе команду. А, нет, смотрите, кого-то скушали. Хорошо. 5 человек осталось. 5 человек, это совсем мало. У нас там сова, я вижу ее. Сова вот меня точно не любит. Осторожно. Так... Вот у нас зона опять сужается. О, вы посмотрите, как там много клеточек. Подождите-ка, дайте мне скушать это все. Во, кушаем. Отлично, ребята. И мы, ничего себе, какие мы большие стали, ребята. Мы очень большие стали. Вот это да. Нет, не кушайте. Только осторожно. Отлично, почти скушали, ребята, почти скушали. Ну же, кушаем вот эту клетку. Быстрее. Нет, мы разделяемся. И нас пожирает сова. Блин, нужно было ее скушать. Видите, как все не вовремя. Ай-яй-яй, ребята. Ну-ка, пробуем все-таки еще раз скушать ее. Нет, мы разделяемся, ребята. Мы разделяемся, и нас она просто берет и кушает сова. Вообще, жадная сова. Но мы с вами заняли 2-е место, это тоже неплохо. Почти 1-е. Блин, я, короче, не справился. Ну ладно, вы можете написать хэштег нуб, потому что я реально очень-очень плохо играю в Агарио. Так что, надеюсь, вам понравился этот режим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем удачи, всем пока, ребята.